13 января 2011 года семью Алексеевых по интернету, по имейлу там или что по почте послал уважаемый человек свое желание. Он хочет, чтобы ему подобрали мелодию, чтобы кто-нибудь из детей моих сыграл. Да? Я послушал эту мелодию из городка. Вроде бы как мой костер в тумане светит и чуть-чуть измененный. Вот я сейчас поручил своему одному из моих 15 детей, одному из 9 сыновей, моему 10-го ребенку, моему 6-го сыну Алексею Егору Владимировичу, подобрать мелодию прямо во время съемки, в прямом эфире, как или как. Сразу он пришел из школы. Давай, послушай, Егорушка. Сейчас покажет вам из зоны межзональный хит-парад. Ни ветер не уклонит, бравушка шумит. Это день, стоит, как осенний лист дрожит. Опа, ехали! Золотой наш голос ты, мимолетное видение, фраер чисто красоты. А вот Песков король пороги, а за ним ему... Ладно, останови, уже понял идею, да? Его. Понял идею-то? Ну вот это очень простая, это как элемент с частушком. Да, как этим. Мой костер. Давай, как мой костер, чуть измени. И сразу играй, должен с листа играть, сразу. По слуху там, давай. Очень просто. Кто нам это послал, свое желание, мы не знаем, но человека надо уважить. Раз человек захотел, Алексею всегда польза. И тебе польза. Ты хоть научишься, поймешь, что людям интересно. Ясно? На синтезаторе то же самое сможешь сыграть? Ну, там на синтезаторе, там все просто. Все, молодец. Кто нам обратится, Алексею всегда сделает, что люди пожелают. Это и нам выгодно, что тренируются дети, зато интерес какой-то. Да?